Насколько прихватит крепкий мороз, настолько повеет холодный ветер и нанесет новый слой снега. Холодно, мама. Стужа наступает. Плохо нам, доченька, ой, плохо. Да будет воля твоя, яко на небеси, так и на земле. Рождественская сказка. По мотивам сказки Марко Черемшины «Слеза». Тоскливым стоном жалуется вдова-кравчиха на студенный ветер и мороз, что вместе со снегом через щели проникает в ее нетопленную хату. Мамочка дорогая, сегодня святой вечер, а как бы было прекрасно, если бы вместе на ужин мы поели праздничной пшенички. Доченька Маруся рада каждую минутку своей матушке сделать что-нибудь приятное. Но что она может? На заработки не пойдет, нет у нее сил, а просить милостыню стыдно. А люди, ну как все люди, каждый радуется себе, чужая беда их не трогает. Позвольте мне, матушка, пойти в город. Оставлю я там в залог одежду у нашего покойного батюшки. Куплю лекарства, что мне люди советовали, и на ужин кое-чего. Да и дров принесу, я быстренько вернусь. Ведь стужа на дворе. Я ваши башмаки надену, матушка. Немного велики, но я соломы напихаю. Если замерзнешь, то возвращайся с дороги. Маруся уже не слышала слов больной матери, а сделала так, как задумала. Не замерзну, золотая моя матушка! Что мне стужа? Морозно, кругом белеет снег, деревья обсыпаны инеем и облеплены снегом, неподвижные, белые, как хрустальные стоят они, словно в сказке. И сияют самоцветами от холодных лучей зимнего солнца. Красиво, приятно от всего этого, Маруся. Ребенок всегда ребенок. Мороз, птички и всякая лесная мелочь не замерзают. Я вон какая большая, и то мне холодно. Ой, бедненькая ты моя, давай я тебя согрею. Вот уж здорово пополудни. Зимой какой там день? Туда-сюда обернешься, и уже вечереет. Маруся домой возвращается. Она рада бы и кукушкой к матушке полететь, только крыльев у нее нет. Надо поспешить, скоро ночь. Тропинками пойду. Так будет скорее. Тревожные мысли комками холодного снега легли на сердце матери. Снег засыпал тропки так, что и следа не видно.
а мороз прихватывает еще крепче, чем утром. Ветер продувает через ее дырявый кожушок, и острый мороз как будто прилипает к самому телу, а мокрый снег сам засыпается в рваные башмаки. Страшно Марусе в лесу. Ночь вот-вот затопит горы, а те будто нарочно сдвинулись и идут на нее, готовые каждую минуту запугать ее и не пустить больной матери. К тому же она устала, она идет все медленнее. Ребенок всегда ребенок, и усталость пришла намного быстрее, чем думала Маруся. Немножко отдохну и пойду. Быстро пойду, уже близко. Не смей отдыхать. Не отдыхай, потому что ночь найдет тебя в твоем укрытии. Не заметил крестьянин безвыходного положения Маруси. Не стал спасать. Каменное сердце было у него. Сказал и пошел себе дальше. Марусино всхлипывание становилось все тише. Она меньше чувствует холод. В ее сердце становится горячо, приятно. Она видит перед собою матушку и хотела было согреть ее своим горячим сердцем. Матушка моя, согрейтесь теплом моего сердца, и легче вам станет. Дрожащий голос, что вырвался из ее горла, был ее плач. Из глаз потекла одна большая слеза. Студенный мороз заморозил ее, превратив в снежинку, а буйный ветер понес ее вдаль. На небе засияла ночная звезда. Наступила рождественская ночь. Рождественский ангел стал летать от хаты до хаты, рассыпая звездочки подарки. Снежинка, кто ты такая, что отважилась сесть на мою руку? Твои сестры никогда бы так не сделали. Я необыкновенная снежинка, я слеза. Слеза? Я слеза бедной девочки Маруси. Той Маруси с синими глазами? Да, эти синие глаза уронили меня в поле среди снегов. Спаси ее, ангел. Это же вечер радости, а не печали, страданий и смерти. Ладно, лети. Послушный ветер принес снежинку в хату того крестьянина, что видел в лесу беспомощную Марусю и не помог ей, и прилепил снежинку его лицу. Смотри, как крутит!
Христос рождается. Славьте Его. Славьте Его. Снежинка растаяла и потекла слезою прямехонько в бокал, в который он налил вино. Он выпил вино, а с ним и Марусину слезу. Чудное это вино, заговоренное. Я видел ее, возвращаясь из города. Думал, отдыхает. Вспомнил он замерзающую Марусю. Заболело сердце из-за бедняжки. Рождественским утром сидела Маруся возле своей матушки в натопленной хате. Растроганный крестьянин ухаживал за больной, словно за своей матерью. И хлеба, и к хлебу всего дал. Заходите, заходите, пожалуйста. Христос рождается. Славьте его, славьте его. Вот, хозяйка моя велела передать вам немного муки. Как выздоровеете, напечете пирожков. Спасибо вам и вашей хозяйке. Я еще зайду вечером. Мамочка, сон видела, что мое сердце горячее-горячее, такое горячее, что я хотела вас им согреть. Авторы сценария Трифонов, Деценко. Режиссер Трифонов. Композитор Карабец. С Рождеством Христовым. Конец фильма.